По итогам 5-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» больше всего медалей удалось получить команде Москвы. Краснодарский край в рейтинге на 3-м месте за Татарстаном. Но наш регион от этого не проигрывает. Все оборудование после чемпионата останется в кубанских колледжах и техникумах. Поздравить участников чемпионата и победителей приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он лично вручил победителям заслуженные награды. Вы создаете жизнь вокруг себя собственными руками.